Шалом, мы продолжаем разговор об избранности, начатый на прошлой неделе. В прошлой программе речь шла в основном об избранности Израиля, и мы сказали несколько вещей. Во-первых, что Израиль действительно избран Богом как народ, то есть что это избрание а прежде всего коллективное, корпоративное. Во-вторых, мы сказали, что оно опирается не на какие бы то ни было качества самого Израиля, внутренне присущие ему, а на Божью любовь и его Господа Бога завет, заключенный им с еврейскими працами, с Авраамом, Ицхаком и Яковом. И в-третьих, что избрание Израиля проявилось исторически, прежде всего, в том, что Господь Бог вывел этот народ из Египта и даровал ему свой закон, заповеди. Ну и в-четвертых, что у избрания есть цель, которая больше, чем сам избранник. В Торе неоднократно встречается такая фраза, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим, После тебя. И контекст этой фразы соблюдение заповедей. Вот, например, в конце пятой главы книги Дворим в Второзаконе, э, такие стихи. И сказал мне Господь: Слышал я слова народа сего, которые они говорили Тебе, Моисею. Все, что они говорили, они хорошо, о если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы, то есть, чтобы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. В этом коротком отрывке мы дважды видим идею, которая повторяется снова и снова. Израиль, соблюдай заповеди, чтобы тебе было хорошо. Но что значит хорошо? Об этом написано очень подробно в 28 главе книги э, Второзакония, той же самой книги Двори, где перечислены благословения за соблюдение заповедей, то есть здоровье, материальное благополучие и счастье в личной жизни. То есть все, чего мы желаем друг другу в день рождения, если так можно сказать. А, понятие о том, что мне должно быть хорошо, должно... Это понятие сидит в еврейском сознании очень глубоко, и оно уходит корнями в Тору. А, причем изначально это понятие появляется не в связи с заповедями, а в связи с сотворением мира. Ведь Господь создал все не просто хорошо, там написано, а хорошо весьма. И Эдемский сад был сплошная вкуснота и красота. Ни Терниев, ни волчцов, ешь и возделывай в свое удовольствие. И поэтому и после грехопадения это стремление к благу никуда у нас не исчезает. И давая заповеди, Господь соединяет их, то есть свои заповеди, их соблюдение, простите, Израилем. Он соединяет соблюдение заповедей с благословением своим. Однако, поскольку эта связка видна в Торе невооруженным глазом, то есть они сказаны неоднократно, и открытым текстом, можно запросто сделать вывод о том, что главная цель Господа Бога, которую Он имел в виду, давая нам заповеди, это благословить нас. То есть сделать так, чтобы все у нас было хорошо. И поэтому в еврейскую голову очень легко может прийти мысль о том, что хорошо мне ⁇ это цель, а заповеди ⁇ это средство. И, конечно же, она пришла и во многих, во многих головах до сих пор крепко сидит. Хотите конкретный пример? Пожалуйста. Не дали, как несколько недель тому назад, когда в Израиле были пожары, и у многих людей дома пострадали или даже полностью сгорели, нашлись религиозные «умники», в кавычках, доказывавшие, что все дело тут было в том, была ли на входной двери мезуза. А, то есть... А, коробочка маленькая, которая прибивается, внутри которой есть небольшая бумажка такая, пергамент, неважно там, что именно какой носитель, но там написано слова из Торы Шма Исраэля, Адунай Луэйну, Адунай Эхад. Знаменитое провозглашение. И вот они говорили, что, дескать, кто исполнил заповедь э, Торы начертать, Слова Шма Исраиль на воротах дома, у того дом не пострадал. А кто не исполнил, чего удивляться, что остались без жилья, без офиса или без ресторана? Типа Мезуза это наш еврейский талисман на счастье. Оберег такой. Вот вместо тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, сухо дерево, завтра пятница, у нас Мезуза. Повесили, заповедь исполнили, все у нас будет хорошо. Что я хочу сказать, что не надо исполнять заповедь Торы, что не надо вешать Мезузу. Или же я хочу сказать, что а, Бог-то на самом деле а, против того, чтобы нам было хорошо, Конечно, ни то, ни другое. Я хочу сказать, что на том этапе жизни Израиля вот этот мотив, чтобы мне было хорошо, чтобы нам было хорошо, он вполне мог быть определяющим. От ребенка ведь нельзя ожидать слишком много бескорыстия. Вот откройте в Ютубе, есть 40-секундный ролик под названием «Я жаден». Не пожалеете, обхохочетесь. Мы все, в первую очередь, думаем о себе, любимых, о том, чтобы нам было хорошо. Однако это не значит что благополучие Израиля было главной целью также и Господа, избравшего нас себе в народ. На более позднем этапе своей истории Израиль слышит уже совсем другие пророческие слова. Например, вот такие. Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их перед лицом моим, говорит Господь, был как нечистота женщины во время очищения ее. «И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое» который обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву. Так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Далее Господь обещает изгнанникам Израиля, далее в этой главе я имею в виду, Он обещает изгнанникам Израиля снова собрать их в их земле, то есть в Эрцисраэль, там, где мы живем сегодня, и дать им сердце, боящееся Бога, то самое сердце, о котором Моисей сожалел, что его еще нет. То есть он опять, как и всегда, обещает им благо. Но обратите внимание на две вещи, которые есть в этом отрывке. Во-первых, как будто зная привычку своего народа думать о том, что всякое благословение, которое приходит в мою жизнь, оно прежде всего для меня, Господь специально говорит, не для вас я сделаю это, Том Израилев, не для вас. Вам будет хорошо, но на сей раз не думайте, что это и есть моя главная цель. Во-вторых, в чем же тогда она, эта главная цель? Народы. Гоим, Узнают народы, что я Господь. Странно? Нет. Об этом речь шла с самого начала. Самое первое слово Господа к Аврааму было таким. Благословятся в тебе все племена земли. Вот кого Бог имел в виду, избирая Авраама. Он имел в виду все народы. Он избирает одного человека, от которого производит один народ, для того, чтобы благословить все. Но почему мы так редко слышим об этом в Танахе? Почему, когда речь заходит об отношении Израиля к другим народам, мы э, слышим не об этом, и в основном мы слышим, что Израиль жалуется Богу, Богу на язычников. Почему? Потому что всему свое время. И чем больше задача, тем больше времени нужно на подготовку ее решения э, и на подготовку того, через кого это решение придет. Ну а большей э, задачи, чем это, то есть вернуть Божье благословение всем людям Земли, ее просто нет. Вот поэтому все так не быстро и не просто. Однако желание Бога благословлять людей хорошо видно на примере Ишмаэля, Измаила, сына Авраама от египтянки Агарь, служанки его, жены Сары. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарую, но да будет ей имя Сара с двумя «р». Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». Благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся и сказал в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит? И сказал Аврааму Бог: о, простите, сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим. Бог же сказал: именно Сара жена твоя родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И о Исмаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, который родит, родит тебе Сара, в это самое время на другой Год. Будь я на месте Господа Бога, я бы сказал Аврааму следующее: старик. Ты обнаглел: сначала ты смеешься над моими словами, а потом еще продолжаешь настаивать на своем. Ты неплохо справился с зачатием Ишмаэля без меня, и теперь вдруг вспомнил обо мне. Скажи лучше спасибо, что я закрыл глаза на твою художественную самодеятельность с этой египтянкой, Агарь, и больше не упоминай при мне имени вашего с ней сына. Но, ну, к счастью, Господь Бог намного милостивее нас с вами, во всяком случае, намного милости в меня. И поскольку Ишмаэль, сын Авраама, Господь обещает благословить и его. Он говорит, и от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое. То есть Господь очень ясно говорит, что свой завет он заключит с Ицхаком. И мы могли бы подумать здесь, что вне завета благословения нет и быть не может. Однако в этой истории оно есть. Очевидно, некоторые вещи устроены немного сложнее, чем нам кажется. В этой истории я делал небольшое отступление, но очень важное отступление от темы. Очень ясно видна в этой истории доброта Господа Бога и его терпение. Великий праведник, герой веры и отец всех верующих Авраам, услышав о том, что именно Сара родит ему сына, смеется и говорит в своем сердце, неужели? В чем говорит он это слово дважды? но ну, неужели от столетнего будет сын? Неужели 90-летняя родит? Из его ответа, который уже он произносит не в сердце, а устами своими ответа Господу Богу, хотя бы Измаил, пусть был бы жив перед лицом Твоим, ясно, что смех этот был смехом неверия, а не смехом веры. И если такой гигант веры усомнился в обетовании Божьем, то что говорить о нас? Однако речь не об этом, а о том, что Господь не ставит ему в вину это неверие, так же, как раньше вменил по тому же принципу, как раньше вменил ему его веру в правильность. Он просто терпеливо продолжает и говорит, именно Сара, жена твоя родит тебе сына и так далее. Однако вернемся к нашей теме. Израиль избран не просто для того, чтобы ему было хорошо, даже если он так думает. Господь, избравший его, хочет через Израиль благословить все народы. И это исключительно важно понять как народам, так и нам, Израилю. Избрание не означает, что Бог кого-то любит меньше, а кого-то больше. Избрание означает, что Бог, думая обо всех, берет сначала одного, чтобы через его потомство благословить тех, кто вроде бы как не избран. То есть сегодня еще не называется избранным. Но сегодня не значит всегда. Потому что пророк Хошея или Осия в русской Библии говорит нам такую интересную вещь. Там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им «Вы сыны Бога Живого». Шауль цитирует его в своем послании к римлянам и говорит «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Таким образом, избрание — это не дискриминация, как это понятие часто воспринимают. Это часть замысла обо всех нас. И мы продолжим разговор на тему об избрании через неделю. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве и Ишоа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте wwwoasis